Отрезаем кусочек фольги, длина зависит от размера банки. Складываем ее пополам, сверху укладываем банку и заворачиваем фольгу. Затем запечатываем дно, и все готово. Всего пару минут, и не нужно идти в магазин. Таким образом, можно сделать форму любого размера. При желании ее можно сделать с пергаментом. Это я покажу вам уже в следующем видео. Вкусных вам куличей и приятного аппетита!